поделиться с вами своим опытом о приобретении нового велосипеда. Ранее у меня были старые такие подержанные велосипеды на 26 колесах. И вот я решил заказать новую модель Corbea испанской фирмы, которая называется Laufey. Это модель 2020 года, и на ней я успел проехать где-то порядка 100 километров. И о плюсах и минусах своих впечатлений я хочу поделиться с вами. Corbea Laufey — это 2020 года модель. Заказал я ее в конце декабря по предзаказу у местного дилера. Пришлось, конечно, ждать 3 месяца, чтобы получить, но, как мне кажется, ожидание стоило того. Велосипедом я, в принципе, очень доволен. Накат у него хороший. При первой возможности я перешел на бескамерки, то есть в комплекте уже были ниппели для ободов. И сама резина позволяет сделать их бескамерными. Жидкость я использовал Stance Snow Tubes. И мне кажется, на бескамерках стало полегче ездить, чем вот я километров 30-40 проездил на камерах. По весу не могу сказать, насколько он легче стал. Весов у меня, к сожалению, нет. Но в целом сам велосипед весит около 14 килограмм, что в принципе на 5 килограмм легче, чем мой предыдущий велосипед. Ход вилки у него 140 миллиметров, это Marzocchi Bomber Z2. В принципе, самой вилкой я доволен, накачал ее под свой вес, и в принципе отрабатывает она очень достойно, особенно если учесть такой тандем, как бескамерная резина, где можно спустить давление. Многие говорили мне, что хардтейл брать не особо здорово, надо брать сразу подвес, потому что это мягкость хода, это сразу можно гонять где захочешь. Но я думал брать наоборот хардтейл, потому как на колесах 29-х с резиной 2,6, в принципе, на среднем давлении довольно-таки мягкий ход. И места, по которым я катался, у меня не было никаких трудностей с преодолением каких-то каменистых участков или участков, где много неровностей, корней и тому подобное. Также при дропах тоже довольно-таки мягко ощущается. Поскольку велосипед поставлялся без педалей и со стандартными грипсами, я решил, что надо подобрать что-то на свой вкус. И это были педали и грипсы Nuke Proof. Я подумал, что он будет хорошо сочетаться с матовой рамой зеленого цвета. И, в принципе, я не прогадал с выбором, мне очень понравилось такое сочетание зеленого и желтого. Осталось только убрать наклейки с ободов, чтобы не бросалось в глаза. Огромным плюсом для меня было это пневматический подседельный штырь, потому как раньше на всех велосипедах были самые обычные, это приходилось ехать до места катания, куда-то до леса, опускать сиденье. В горку это было кручение стоя на педалях, но сейчас такая проблема отпала, потому как подседельный штырь очень помогает в этом деле, что не надо постоянно сиденье откручивать, закручивать. На самой маленькой звездочке, в принципе, мне хватает для того, чтобы ехать по прямой с достаточно большой скоростью и также с малым передаточным числом. В гору забираться оказалось намного проще, чем это было на всех предыдущих велосипедах. Потому как 51 зуб сзади и маленькая звезда спереди делают твой подъем даже в самую большую гору не испытанием. О плюсах я вам рассказал сейчас и хочу немного поделиться
негативным опытом использования данного велосипеда. Это не столько минусы, сколько мои замечания, которые хотелось бы, чтобы отсутствовали в этом велосипеде. И первая проблема – это то, что на переднем колесе колодки чуть-чуть люфтят. То есть, когда я зажимаю тормоз и качу велосипед туда-сюда, я чувствую, как колодки гуляют в тормозном калипере. Также один небольшой недостаток – это небольшой люфт подседельного штыря. В принципе, не критично, на езду никак не влияет, но когда катишь велосипед по лестнице, прям слышно вот этот громкий звук, как мне кажется, очень громкий, когда сиденье болтается. В принципе, я еще не так много откатал на этом велосипеде, чтобы выявить еще какие-то плюсы или минусы. Но в целом могу сказать, что велосипед за свою цену достоин покупки. Надеюсь, вам понравился этот обзор, и вы сможете сделать выводы. Это видео никак не создавалось для сбора лайков или дизлайков. Это просто мое мнение, потому как, когда я искал информацию о велосипеде, на русскоязычных источниках информации я вообще не нашел. На англоязычных это какие-то обзоры небольшие, ничего конкретного, никаких ощущений, впечатлений, одно-два видео максимум. Всем спасибо.